Боже ты. Я, конечно, понимаю, что фигня, ну давай хотя бы маленькую обновку на маркера сделаем. Паша отошел. Так что пока не Паша буду отошел. Говорить. Паша, вот, смотри, я, подожди, я поставил стат, ему никто не уважает. Террорист, убийца. В костюме поэтому. Не, ну вот после этой обновки, конечно, блядь, со стрела так порежется. Это вот настолько по центру. А это, наверное, эти что? Это, короче, им проплатили. То есть они видят, что на А2 еще очень много игроков. Они понимают, что потенциальные игроки в Арму 3. И вот они нанимают, короче, левых чуваков, чтобы потом на них все это гнали воду, что, мол, ну, это не мы делаем, это бесплатно левые работают. Чуваки. Да, ну, понятно, они говорят бесплатно. Вот. А на самом деле они ломают вторую арму, люди переходят на третью арму, и Богемия получает это, как его, выигрыш, понимаете? Они поняли, что на второй арме много людей еще. Не хотят их сломать. Большой сломить. И волосатый им х. Мы должны бороться. Бороться. Паша. Ты понимаешь, ты, конечно, не хочешь обновки что-то делать, смотрю, да? Но может все-таки маркера запилим? Ну, вот эти, которые напишутся, какой ублюдок ставит все спамят на карте. Нет, хорошие метки. Да, ставьте, ставьте. Хорошая вещь, кстати. Я предлагал его ставить. Нет, просто логи. Нет, я это буду, видимо, вынужден сделать не по той причине, что это нам нужно, а по той причине, что нам нужно будет фиксить и прицелы всякие, и СВДхи, и всякую хрень, всю эту. Может, косяки их не, да, не придется вот, мне ремонтировать. И вот до этого можно маленькую обновку там на маркере, нет? Понимаешь, я почему все застопорилось? Я не могу сесть написать систему радиоперехвата. В смысле? О, да, как бы тоже. Для фудерастов. Ты вот туго фудишь, у тебя, грубо говоря, ты на одном месте сидишь, фудишь, на тебя метка в Global Chat ставится. Где ты сидишь? А, вдруг... Просто сделай, короче, типа, если у тебя там капсулок нажат... Да-да-да-да-да. Ну, я знаю, я даже нашел там это совместное. В чем проблема? Если АКС... то как бы... Да-да-да. Ну, господи, сиди где-нибудь в кусте за 3 километра, тебя ничем не достанут, какая разница? Паша, что за бред ты несёшь? Блин. Это этот... Готово, да? Система борьбы с рыбой, да? Когда тебя кружили... Вот так, да? Вот так, значит, да? Вот такой вот. Ну хорошо, я вас понял. Я вас всех понял. Шучу, я это отдельным скриптом в отдельной миске пихать собирался. Хорошая же идея. Да. Так оборона уже будет, просто на всю оборону метки. Да, кстати. Ну а там это, если не надо долго говорить в рации без перерыва. Не, ну я как планировал, метка ставится сначала там рандомно с таким значением, то есть где мы, грубо говоря, 300 метров, Паша, потом этот поехали. Рандом сужается, 100 метров, 10, и в итоге точно. То есть зачем? Чем дольше сидишь, фудишь на одном месте, тем точнее на тебя метка ставит. А почему людей от voice activation, у кого фон в задней части? Стандартным будем? Да. НСПУ, АК-74М, СД, НСПУ, офигеть. Много. О, планшетик. А кто взял уже не планшет, а другой щит? Или только планшет? Нет, я видел, кого забрали. Все, короче, это Рашмиф. Ей. Даже помс есть. А зачем нам помс? Блин, а че на ПКМ нету? Как пользоваться щитом? Взять его в оружие как основное. Опа, бегите! Бан. Хорош. Можно мне?
Паш. Я знаю вещи, как кару ему придумать. Сделал, чтобы у него это на нем. Да что, Паша так тоже недавно сделал, все. Пусть на Аздоне. Я Паша это запомнил, так что у меня был. Защита была. Стой, смотри, смотри, что у меня есть. Так, надо еще гранат. Я знаю. Единственное было, черт. Все, баньте я с Доникой. Я бы был первым, не застрелил при следующем порошке. Кто ты еще вниз? Мы идем? Что происходит? О, студент крутой щит взял. Давай меняться. Не отдавай Донику ни за что. Вот ты, сука, я тебе сейчас с колена прострелил, ублюдок. Ну хорошо, попросишь меня что-нибудь там помочь еще раз. Все, хорошо. Давай, Брайс, я это запомню. Я так и буду говорить. Че? Соник. Давай, магазинчика нахер даже. Я на тебя зол очень за это. Блин, заткнись, Брайс, задолбал. Че, студент? Я молчал. Блин, винокль уже не взял. Кто с Доника что-то хотел? Че? Не, не надо. Я пешком ушел. У кого есть бинокль, кто этот кидать его? За волшебное слово. Живущих нет? Да, есть на крыше чуваки. Где, сколько их, где их, сколько? Ну, они прямо, прям, короче, на нас. На ходе? Или нет? Ну, прям на нас, прям, откуда забежали, прям туда и смотрят. А я влежу туда. Сейчас метку. Да, вы на себя метку дадут. На крыше, да, рядом с пулеметом тусит чувак. Он ну, сел за пулемет. Он прям за пулемет сел. А ты водишь по нему? Ну как хочешь. Ну давай, в принципе, чё, куда тебе её жалеть? Ну сделай ты наконец этой миски регулировку дальности выси. Сколько я тебя просил уже? Ничего не будешь, чтобы я постоянно после каждого отыгрыша просил. Еще у основания, у заборчика сетчатого тоже бегает чувак там. А Здоника накрыл? На территории своих нет. Особняка пока еще не должно быть. Просто возле меня какой-то тип пробежал. Напугал меня. О, еду на... Че-че-че. Такой крик, что я тебя заметил, незаметно записал. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Привет. Метку на врага дадут. Лучше вместо щитов лестницу вернули бы. Или она тут есть? А, непонятная, короче, надпись, там враг в камнях. Чё? Камня. А, гол, говня. Подавил чувака с гушаку на крыше, он прилег. Он мне пригодится. Я взял две штуки. Короче, на втором этаже вижу, вижу. Бегает. Там есть на втором этаже в усадьбе. Торпошка, ты должен. Вы отмороженные, ребят. Шо, это ж самое то. От случайного пули спасет, ну, наверное. Я надеюсь, во всяком случае.
подходит или нет? Да, да, потихоньку подпрыг. На крышу движение. По кому огонь? По крыше. Не дошли. Ну так можешь поставить. Вижу, идет. Дома осмотрели эти? Господи, это наша? Наша, если. Бункер проверял. Так, это кто? Откуда стреляет? Кто? Это ЧГ. С минаря. Учтите, они на втором этаже сидят, как раз направление с западного направления. На запад смотрят. Разучились играть. Мороз. Это ты так поливаешь? Да, да. Давайте, вроде чисто. Ага. Про мины не забываем. Да, там бомбы стоять по-любому. Что-то там, по мне какое-то тихое что-то там прилетело. Там на крыше кто-то что-то тащит. Шумовая группа, север, бегали прям тут, перед нами. Да, перед вами бегала. Стреляй! Бегает, вон он, пробежал. Забивай, он жив! У нас раненый. Еще один там лежит в камне, зеленый, не видно, ранен. Гранату там левее туда, гранату. Там упертого камень и куст. Крыша. Крышу кровь. Да уж тогда кричаться лучше не будет. Открываю крышу. Прасечну. Минус один на. Откуда? Могу зашить с пулемета. Перевязываюсь раненый.
А там, где Гурен метку сдал синюю, убили чувака? Он ушел, ушел. Там снайпер был. Ну, его убили? Я не знаю. Где второй был проект? Там левее того трупа куст был. Рядом с ним камень, и там он сидел, на повес, партизанин. Вот там под фонарем куст, вот там он сидел, видишь? Пока. А, Зоник, ты медик, что ж, да? Мне, судя по всему, руки нужно пришить. Опа, оп, партизанин. Подхожу к усилию. Отходи, парень, отходи, кого-то брать. Почему передо мной рядовой Аздонник стоит? Аздонник, пришей мне руки. Мое написано, что это рядовой прайс, какая прелесть. Иди отсюда. А вы меточки на себя можете дать? Или вы там, где есть? Свалился, ребята. А, понял. Я на себя дал мет. Сейчас заходить будут. Положили вас, что ли? Не, мы создание уже еще. Может это сдвиг на избежать? Да. Давайте сдвиг. Следующий канал, да? Не-не, сейчас напишем. Написал наверху, на севере, квадрат. Садьбе уже подошел. Мина бы ничего не сделала мне, она на другую сторону. ПЗ, ну ты прям так лег хорошо. А это кто там был так снайпере? Краб. Ага. Немножко не дошел. А я прям на него что ли лег практически? Да, вот. А, ясно, за камнем был, ясно. Сейчас рацию возьмет. Да, у вас уже запитал, что у вас. Ну вот так. А, справится. Справится. Они вот так в поле стояли, не знаю, сколько времени. И в конце концов... А, вот студента убили только. Студента тут?
А он, по-моему, соединился. Все втроём стояли вот по месту и не стояли немножко дальше, как бы. Угу. Всем прилетело в голову с окошушкой, но окошушка не просто не дамажит, а они уже его берут. Они все ранены, да? Угу. Брай, зачем мы стояли в поле, объясни мне. Мы там отключили постоянно, пиздец, короче. Меня таки свой убил, по-моему. Да нет. В упор. Сейчас крона сольёт из домика, наверное. Так, это что там, Незнайка? Йо. Живы? Убили Незнайку. Нет, нет, уже нет. Не знаю, как я его чувствовал. Да. Я в него попал, него такой... нет? Да, вроде было что-то. Ну, в его направлении точно ты выпустил. Ну, я выпустил, блин. Ну, это обе фикс сейчас, да, он славил пулю. Сейчас спросишь. Азоник живучий какой. А, он раненый, я попал, значит. А ему там кто-то в голову еще досвал. По-моему, из своих кто-то досвал. Да что такое? Кронос хорошо засел. Не достать его. Блин, очухался. А, нет, опять вырубился. Кто? А, обе? А. Так его еще не любит как-то. Живой еще воняет. А с ним что-то происходит, он шевелится. На, его добивают свои, походу. Да. Ай, ебать. А, это и Аздоник, наверное, достал. Да-да-да, это Аздоник достал. Так он еще живого, блин. Он поворачивается. Не в крови, не знаю, там он просто дырок спорка у него. Сейчас создание такой баба. Обе приехал наконец-то. Я тут ему выжил. Так ты знаешь, сколько тебе дырок было? Просто не. Тебе два раза точно в голову две пули попало. Он живучий какой-то. Да сегодня да. Так вот кто посолошку взял. Чигар. Вообще поливать посолошку, ну вообще я. Не признался? Пусть он их посойдет и убьет бота, все. Пусть он остальных не убивает. Он его не найдет никогда. Так, на краб еще один идет, масленок. Кочегар? Ну, это, кстати, большой вопрос, кто выживет. Кочегар тоже убить сложно. А, кстати, на имени кто-то подорвался? Нет. Да нет, человек дошел, но его убили прежде, чем он подорвался. Отлично, то я смотрю, мина стоит, и рядом с ним труп. Ну да, и... Умер от сердечного приступа. Прямо вот у ворот, я вылез, и он у меня щелкнул. Так, так, кочегар не видит, а краб видит. Рарата нормально спрятали. Труп кочегар. Стоит никого не нужен, лежит точнее никому не нужен. Что зря, походу, я за Пашей пошел. Как вы думаете, сколько Аздоник проживет? Да, много. Mm-hmm. Руки трясутся. Она ну, курить меньше надо. Пить меньше надо. Аздоник закончился? Я его увидел. Точно свой убил.